сентябре прошлого года в деревне Труфановка проходила поисковая операция. Поиск сбитого самолета в годы Великой Отечественной вели одинцовские поисковики. Работа увенчалась успехом. Останки летчика нашли, а по номеру установили его личность. Пилот оказался в 3 метрах от своей боевой машины. Наверное, он был захоронен местными, потому что останки его залегли на глубине где-то 70 сантиметров и были укрыты парашютной тканью и бронеспинкой от этого же самолета. Вот. Провели все эксгумационные действия, отмыли двигатель, нашли номер по архивам. Александр Иванович Щербатых – младший лейтенант 34-го истребительного авиационного полка. Он был сбит в небе под Кубинкой в сентябре 1941 года. И только спустя 80 лет его останки предали земле. Почтить память героя и принять участие в траурном митинге пришли поисковики, депутаты-единороссы и местные жители. Предаем его в том месте, в великом месте, которое очень значимое для всей нашей страны. Это Кубинка. Это то место, одно из тех мест, где остановили фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. После долгих поисков нашли и дочь летчика. Светлане Александровне было всего несколько месяцев, когда ее отец ушел воевать на фронт и пропал без вести. Со всеми родственниками моего папы я была в контакте. Меня нашла бабушка, то есть мама папы. Это, наверное, года 60-х, еще я не замужем была. Она первой посетила младшую сестру. Захоронили летчика со всеми воинскими почестями, караулом и оружейными залпами. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».